Спасибо, Кирилл. Вот и приближается Мундиаль к своему экватору. Команда играет заключительные матчи группового этапа. И Рохина на горизонте, увы, по-прежнему не наблюдаем. Скорее всего, наш с вами земляк пребывает не в самой оптимальной физической форме. Как мы помним, незадолго до старта турнира он получил травму. Вроде бы восстановился, вот только даже в рядовом матче с Уругваем Ерохин на газоне Самара-арены так и не появился. Вдобавок, информация о новой травме говорит о том, что, возможно, болельщики Салтая не увидят полузащитника и в матче против Испании. Крайний раз представитель Алтая защищал цвета сборной страны 16 лет назад. Случилось это событие также на чемпионате мира в Южной Корее и Японии. А был этим человеком Алексей Смертин. Идем дальше от международных событий к региональным. Центральный стадион края преобразился. Речь идет о территории вокруг самой чаши. Долгое время там был торговый рынок. Теперь там рынка нет. Вместо этого пустота, прям как в старые добрые времена. Сотрудники арены убрали все ларьки и спилили практически все деревья. Помимо этого вывезли несколько грузовиков хлама, которые оставили после себя торговцы. Впрочем, по нашей информации, возможно, в скором времени все же на тех же местах появятся те же ларьки. Правда, уже современные. На этом у меня все. В заключение предлагаю еще раз всем вместе пожелать Александру Ерохину поскорее восстановиться от травм. Будем надеяться и верить, что шанс показать себя Станислав Черчесов ему все же предоставит. Я желаю вам всего самого лучшего. Цените и наслаждайтесь каждым моментом. Передаю слово вновь Кириллу.